Мясо 500 человек из пулемета, нахрен, убегаешь, а он тебя убивает для того, чтобы Россия напала на Америку. Потом в Бразилии негры, как президент Фил 5, чувак выпрыгивает с чуваком и падает на машину. Вашингтон пылает, американский солдат падает на фоне флага. Там плывет со специалом, реально как сплея на подводках, одновременно выливает резко охранников. Ну, как немного, когда он летит там в какой-то огромной крепости, ее защищает. Старается запускать ядерную ракету из космоса, скажет, смотри, рядом с МКС, видит, как подходит солнце, а с другой стороны летит ядерная ракета. Она бывает, что он космическую станцию международную нахрен, резко все переносит к тем, кто находится в Вашингтоне, начинает бежать по улице под дождем из вертолетов. Потом Чечня, Ливи закопали поле инженеров, ну, солнце самолетов, бежит, все люди стреляют, тебя стреляют, что идет, непонятно. Удираешь, водители убивают, в последний силы бежишь в кабине, гоняешь самолет. Ну, а потом финально видно. Ты с проклятым ножом что-то пытаешься сделать, более пистолет, почему-то еще что-нибудь, потом все-таки...